Приветствую, у нас мукбанг. Покажу еще раз. Тут уже, правда, кетчуп немножко смешался, пельмешки, капуста квашеная. Кстати, квашеную капусту нужно особенно зимой, в такой период, когда заболевания, кушать. Итак, я тут уже пробовала, поэтому кетчуп со сметанкой наполовину перемешанный. Алкоголизм. Итак, выпивание каждый день за обедом, либо дальше небольшого количества, либо каждую пятницу хотя бы, да? Ну, по чуть-чуть. Как моя бабушка говорила, с устатку. Это начинающий потихоньку зарождающийся алкоголизм. Но я скажу вам сразу, все, что я сейчас говорю, это сугубо мое личное мнение. И против людей, которые каждый день или каждую пятницу выпивают, я не имею ничего. Вообще ничего. Мне в этом смысле повезло. Я не люблю пить. Раньше я особо и не любила есть. Сладкое было моей, как сказать, слабостью. Сейчас слабостью вот больше вот. Ну, какая-нибудь селёдочка, рыбка, роллы, креветки, морепродукты. Пельмени я тоже не люблю. Ну, как вкусно приготовленное мясо, курица, но мясо я тоже каждый день не кушаю. То есть, помните, о чем мы говорили, что алкоголь частый, мясо красное, все это вызывает рак. Особенно мясо, пожаренное шашлычком. Так вот. Вот еще такой, знаете, значимый такой вот показатель, когда вот человек уже законченный алкоголик, у него никогда алкоголя в доме не будет. То есть все, что не куплено, вы даже замечали, настоящий алкоголик, я сейчас, наверное, третью часть сниму. Я сейчас просто не просто так говорю, а это все из наблюдения. Они вот все, что купят, сразу выпьют, поэтому они сразу-то все не покупают. Ну, то есть, закупиться там, да, ящик и бухать. Они так не могут.